Привет, ребята! И вы на канале «Наша жизнь в Германии». И сегодня я вам покажу видео про матч с Еленой Каштановой и с Максимилианом Каштановым. Снимаем! Играем! На подачу! На подачу! Хорошо получается! Проиграл! Подача Максима! О! Пока что 1-0. А, 2-4. 2-5. Все, партия мамы победила. 7-11, да? 11-7. Виват. Сейчас будет у нас Карина играть. Ого! Уже и режем, как японцы или китайцы. Нет, я еще учусь. Ага, понятно. Будущая теннисистка готова. Ой, это что такое было? А. Пробуй сначала об свой стол. Опять сильно. Давай ты. Сидим, рисуем. Художники. Вот первоклассницу Карину нарисовала. Это... В первый класс пойдет скоро у нас она с бантиками. Это правда. Мне будет бантики, знаете, кто делает? А тот, кто снимает это видео. Сами догадались. Нам бы еще бантики где-нибудь купить бы. Да. О, у меня одна ниточка осталась. Одна красная ниточка осталась. Угу. Надо белые. Надо мне в Италии посмотреть. Может быть, я белые в Италии что-нибудь найду. Бантики. Где нам бантики? Раньше я Мелиссе привозила с России, а сейчас в Россию-то не ездит. И бантиков. Ну что, дорогие мои, пришли мы уже домой. Внучка уже нарядилась в красивое платье. И в завершении мы с ней будем танцевать под музыку Гимс. Стинг. Это очень классная музыка. И вы ее послушаете. Ну, включай. Включай. Сейчас я поставлю. Да. И сегодня у нас тема подела. И сегодня мы вам покажем игрушку на складушку. Да. Скоро у нас у папы. Папа моего день рождения, поэтому мы знаем, что ему подарить. А сегодня мы сделаем поделку именно для папы. Да. Потому что у него
в июне день рождения. Вот что у нас получается. Получается игрушка раскладушка. Теперь нам надо вот так. Потому что она будет у нас раскладываться сюда, да? Ну, что мы нарисуем? Коробку. Просто подарок. Коробку рисуем. И еще баночка здесь нарисуем. Окей? Здорово, научилась рисовать в школе. Где? На пульсе? Сейчас мы будем рисовать стол. Ты у нас сама всегда подарки делаешь, ручную работу делаешь всегда сама. Потому что я уже иногда даже без папы сама делаю мастерство. Потому что я это сама на понедельник буду рисовать, рисовать, пить, 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 варить, жарить, парить, кормить бабина хобби. Я хочу вот это, чтобы он был светлый. Да. Чтобы не жарить. Угу. Но мы потом увидим, что я сделаю из этого стола.
Любимый. Нет, не надо. Это в Германии все существительные заглавные буквы. У нас просто папа. Восклицательный знак. Повыше. Вот. Еще выше. Ну теперь покажи всю картинку, как она будет складываться. Вот сейчас мы складываем. Угу. И нет, я подарок это сложно. И сейчас я вам покажу. Вот так. Вот я еще решила здесь нарисовать какой-нибудь тексик или пончик. А может вообще просто красивое сердечко? Сердечко? Ну смотри, как лучше. Ты умеешь по-английски писать? Да. Что ты хочешь писать? Я хочу просто вот. А, вот. Такая у нас открытка получилась. Очень милая. Очень сейчас милая. Я еще хочу разукрасить. Я хочу разукрасить. Надеюсь, вам понравилось и пригодится с вашими внуками, детьми. Хочу, можно такие поделочки делать. Мы потом уже доделаем все, а пока прощаемся, да? Давай, прощайся. Ребята, я хотела вам сказать всем пока.